Да. Сколько? Что, 10 томов? Так. Так. Лена! Не занимай телефон, мне должны звонить. Ага. Ну хорошо, я приеду, разберемся. Ты слышишь, что я тебе говорю? Да, да, я понимаю, понимаю. Приеду, обо всем поговорим. Пока. Пока. Почему ты не разбудила меня? Ты обещал на меня не кричать. Прости, пожалуйста. Но ты должна понимать, как для меня это важно. Все равно надо держать себя в руках. Ты что? Да, легко сказать. Держать себя в руках. Позвонит тебе твой Шамаев, никуда не денется. Столько лет тащу на своих плечах этот завод. Вдруг вот, пожалуйста, взяли и облили грязью. Ничего только не написали в этой статье. И групп я, и превышаю власть, и администрирую. В общем, я чинуша. А на авторитет директора совсем наплевать. Пап, может, хватит? Надоело. А тебя вообще никто не спрашивает. Ну и пожалуйста. Петя. Ну что ты волнуешься? Такие статьи сами по себе не появляются. Тебя же все знают. Успокойся. Никто тебя трогать не будет. Пошумят, пошумят и перестанут. Ты на работу-то идешь? Конечно. Вот дождусь звонка, сейчас и пойду. Ну ладно, я пошла, потому что я уже опаздываю. Ну ладно, не паникуй. Пока. Пока. Я ушла к Маринке. Хорошо, хорошо. Здорово, Петя. Здорово, Витя. Ну, че, здорово, дружище. Не ожидал. Здорово, здорово. Не ожидал. Ты же обещал позвонить. Да вот прямо с аэродрома к тебе. Крюк сделал 100 километров, чтобы твою физиономию лицезреть. Спасибо. Ну что, у меня в 12 совещаний в обкоме. Так пошли завтракать? Давай. А какие дела-то? Да вопросы качества продукции будут рассматривать. Шеф просил присутствовать. Ну, а ему, сам понимаешь, нельзя отказывать. Ну, ясно. Да. А надолго прилетел? Да нет, завтра утром обратно в Москву. Так, это тебе презент. Пожалуйста. Вот еще. Ну, спасибо. Спасибо, а это от жены. Кстати, твоя Ленка чудесно выглядит. Вот что значит иметь хорошего мужа. Да-да. Так. Хорошо. Знаешь, хорошо у тебя. Хорошо. Кстати, у тебя есть горячая вода? Есть. А у меня в квартире вторую неделю выключили. Профилактика. Ничего себе, я душ приму. Ну, конечно, пожалуйста. Вчера позволил себе немножко, голова трещит. Думал, не поеду. Дела. Так, может, поправишься? Нет, что ты. Завари мне кофе. Хорошо. Ты чего, Витя? Чего? Кричишь чего?
прихожу в себя, получаю удовольствие. Ну, давай о деле. Ну что, дорогуша, порадовать ничем не могу. Начальство сердится. Так. Чего замолчал? Удивительно получается. Меня же в грязи искупали, я же еще виноват. Это статейка клевета. Значит, слово клевета забудь. Есть мнение, что статья своевременная и нужная. Ведь это там все передернуто. Петя, дорогой мой, ну будь гибче. Нет, хитрить не в моей натуре. Почему хитрить? Просто надо быть умнее. А, ты пойми, сейчас иные времена. И песни иные. Понял? А ты? Ну, грубость, администрирование. Ты что? Да, еще вчера я был хорош. Фотографию в этом в Огоньке печатали. Ну да, вспоминай, что было 100 лет тому назад. Ты знаешь, сиди тихо и не ршись. Я сегодня здесь попытаюсь кое с кем переговорить, утрясти это дело. А там посмотрим. Ничего, ничего. Пока я жив, ты можешь спать спокойно. А? Мне пора. Так, спасибо. Тебе спасибо, что ты так обо мне забеспокоился. Почему о тебе? О себе. Исключительно о себе. Мне ведь не безразлично, как тут у тебя дела. Знаешь, как сейчас песни поется. Даже муха без руки и не туды, и не суды. Ну что, подвезти тебя? Нет, спасибо, и на своей. Ну, исчезаю. Будь умницей. Товарищ, вы звоните не по адресу. Это горком партии, а такими делами, как ваши, занимается собес. Нет, нет, соединить не могу, идет бюро. А это уже ваше право. На подпись. Спасибо, оставьте. Поляков, задержись на секундочку. Как у тебя с жильем-то? Сдашь срок или нет? Сдам, сдам. Ты за этим позвал меня? Да нет, тут одно дело деликатное. Садись. Ты знаешь, что самый жестокий деспотизм – это унижение подчиненных.
Вот письмо от одной девушки. Почитай. Тебе что, мало статей в газете? Почитай, почитай. Я не хотел выносить это на бюро. Что, склока какая-нибудь? Да нет, суть не в этом. Ты зашел в третий цех. Потом заглянул в конторку мастера. Там парень и девушка, они целовались. Было такое? Ну, было. Вот она пишет, что было. А ты знаешь, кто этот парень? Кто? Жених ее. Жених с невестой целовались. А ты увольнять. Жених. Ну и что, жених? Все равно я считаю, что это человеческая распущенность. Элементарная человеческая распущенность. Производство это не парк культуры. Не теряй чувство реальности, Петр. Да при чем тут реальность? И потом я ее не увольнял. Есть профсоюз, есть завком. Она неделю не выходила на работу. Ну, ты мне сказки-то не рассказывай. Она на следующий день вышла на работу. Ты приказал ее не допускать. Потом жених просил принять его. Ты не принял. Ну и что прикажешь теперь делать? Подумай. Хорошо. Я восстановлю ее на работе. Да не об этом речь. Восстановить ты, конечно, восстановишь. Но дело в другом. Тебе надо поехать к ним. Поговорить. Объясниться, ну, как-то по-человечески. Прости. Приходит и говорит, ты меня прости. Ну, сколько можно? Мучить, прощай, надо же. Девочка, это Радищева, дом 8? Не знаю, по-моему, 8. Ну, и что ты решила? Не знаю. Скажите, это Радищева, дом 8? Да. А вам кого? Люся! Люська! Иванова! Люська! Вот это встреча! Тихо, 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 тихо! Растрясешь. Да ты что, не узнаешь меня, что ли? Ну почему? Узнаю. Как не узнать-то? Вон какой важный. Министром будешь. Ну уж и министром. Будешь, будешь, я тебя знаю, ты способный. Слушай, так чего же мы стоим так вот посреди двора? Веди домой, что ли? Да ты что, не рада нашей встрече? Да ну почему не рада? Рада. Ты что, ко мне, что ли, хочешь? Пойдем. Жалко Наташки. Нет. Да, ты Наташку-то мою помнишь? Ну, конечно. Как-никак я ее на руках таскал. Слушай, Люся. М? Мне тут надо повидать кое-кого. Буквально на одну минутку. А потом к тебе. Ладно? Давай. Ты не знаешь, где тут квартира 68? Шестьдесят восемь. Да вот тут рядом. Вон в том подъезде. Ну, пойдем, я тебя провожу. Пойдем. Ах, Люська, Люська, сколько же мы с тобой не виделись, а? Сколько же. Как разъехались после института, так и не виделись. Да, подумай только, живем в одном городе и столько лет не встречались. Если бы в одном. Я погостить к Наташке приехала. Послезавтра все, до свидания. Снова в Иркутск. А, опять кто-то дверь лифта не закрыл. Ну, придется пешком. Ничего, что пешком? Ничего. Ну, рассказывай, рассказывай. Да чего рассказывать? Ну, я же говорю, живу в Иркутске. Так. Работаю сменным инженером. Вот приехала к дочери погостить. Ясно, ясно. Так. Вот она и есть, 68-я квартира. Это ты здесь живешь? Да. Вернее, Наташка.
Это Наташкина квартира. Ну что ж, заходи. Гостем будешь. Хоть и не хозяйка тут, старого друга нашей семьи приму. Вот уж не думала, что ты будешь таким. Я же не знал, что это твоя дочь. Эх, Петя, Петя. Каждый пятый у меня на заводе Иванов или Иванова. Откуда я мог знать? Да не оправдывайся ты, ради бога. Разве в этом дело? Важно, что ты не принял. Разобраться не захотел. А будь это моя дочь или другая девушка, какое это имеет значение? Я шел извиниться, Люся. Что мне твои извинения? Ведь пришел, небось, потому что неприятности испугался. На унижение шел. Я вашего брата знаю. Ну что, заставили? Или хоть сам одумался? Здравствуйте, товарищи. Ну что, восьмой цех? Что новенького? Акулина, я тебя спрашиваю. Ремонт котла когда закончите? Все сроки вышли? Может, сегодня. Нет, скорее всего, завтра. Я сейчас сбегаю, проверю. Ты что, спринтер? Физкультурников у меня и так много хватает, а вот работать некому. Тоже мне бегун-рекордсмен. Работу надо организовать, а не бегать. Механический цех, как у вас дела? Ну что молчишь, Воронов, застеснялся? Да нет, энергохозяйство надо бы пропесочить, Петр Семенович. Ведь опять искрят подъемные контроллеры мостовых кранов. Ну ты даешь, Воронов. Детский сад. Директор должен выяснять твои отношения с энергетиками. Работнички. Тамбиев. Тамбиев, куда ты пропал? Да нету его, Петр Семенович. Он на территории завода. А это кто? А это Сосунов. Сосунов? Ну вот что, Сосунов. Передай Тамбиеву, чтобы срочно зашел ко мне. Хорошо. А вчера-то он, наш директор, набросился на меня. Почему в рваной спецодежде работаете? А в какой же, говорю, прикажете работать? В шелковом платье, что ли? Ой. А ты слышала, что его в газете-то пропесочили? Слышала. А ты знаешь, Шур, вот может он грубоват, хамит, многие его не любят, я знаю. А вот нам-то с мужем взял да и помог с квартирой. Вот так. Да мужик-то он неплохой, только вот. Петр Семенович! Заказчики звонят из Рудного. Говорить будете? Да. Да-да, я слушаю. Да. Петр Семенович, мне нужно поговорить с вами. С 3 до 5 в среду. Есть приемные дни, понимаешь? Понимаю. Мне нужно поговорить с вами, не как с директором, как с человеком. Как с человеком? Ну что ж, хорошо, иди садись, потолкуем. Так о чем ты хотела поговорить со мной?
Семенович, Петр Семенович, подпишите документацию в банк, я забыла. А, да. Пожалуйста. Давай. Подпишите. Ну, так о чем ты хотела говорить со мной? И здесь, пожалуйста. Ну-ну, молчи. Молчание тоже разговор. Угу. Хотя слова понятнее, я предпочитаю слова. Что просить-то будешь? Квартиру или детский садик? М? Тебе сколько лет-то? 17. 17 это много, уже старуха. В каком цехе работаешь? Ой, я не работаю, я не здешняя. Не здешняя? А чего ж тогда тебе от меня надо? Ну, а как тебя зовут-то? Ведь зовут же тебя как-нибудь. Маша, Вера. Варя. Как? Варя. Варя? Спасибо. Хорошее имя. У меня дочка тоже Варвара. А может быть, я тоже ваша дочь? Ну, мне не до шуток. Вылезай, мне пора ехать. Я не шучу. Вот моя мама. Зовут ее Зина. Зинаида Дмитриевна. Давно приехала? Ночью. Голодна? Что? Голодна, говорю. Ела что-нибудь? Ела. Ела, значит. А я нет. Да я правда ела. Не стесняйся, ешь. Я не стесняюсь. Почему вы ни о чем не спрашиваете? Я так боялась ехать к вам. Я всю неделю не спала. Чуть не вернулась полдороги. Все решала, ехать или нет. Я что-то не то говорю. Положи вилку. Я хочу сказать, у меня никогда не было отца. Почему вы нам не писали? Ну, неужели вам не интересно было, какая я? Я же ничего не знал о тебе. Вы, может, думаете, что я не ваша дочь? Я знаю, вы мой отец. Я не отрицаю этого. Я только удивляюсь, почему вы меня ни о чем не спрашиваете. А что спрашивать? Сижу и думаю, что с тобой делать. Ничего со мной не надо делать. Варя, ты куда? Варя! Варя!
Ну, раз вы ничего не спрашиваете, тогда я спрошу вас, можно? Спрашивай. Вы рады, что я приехала? Только правду скажите. Я не обижусь, все пойму. Ну так что? Дай фотографию. Скажите, вы любили маму? Вот об этом не будем говорить. Значит, не любили. А я думала, без любви дети не родятся. Ты зачем приехала? Выяснять, как родятся дети? Может быть, вам... Тебе деньги нужны? Да ничего мне от вас не нужно. Ни ваших денег, ни приемных дней по средам. С 3 до 5. Ничего. Это за ваш обед. Тут хватит. Возьми свои деньги. Не возьму. Официант, получите, пожалуйста. Девушка, улыбаться чаще надо. Вы который час жизнь... не скажете? Скажу непременно. Без 21:03. Спасибо. Все. Еще не вечер. Гудбай. Учти, я этого не люблю. Я тоже. Ну и что прикажешь делать? Если можете, отвезите меня на вокзал. Через 2 часа у меня поезд. Ты что, уезжаешь? Да вы не думаете. Я еще утром купила билет. Я не собиралась ни оставаться, ни денег просить. Я просто так приехала. Посмотреть на вас. Посмотрела? Да. Посмотрела. Здравствуйте, Петр Семенович. Вам что, плохо? А, Пронин. Почему плохо? С чего ты взял? Да я так, смотрю, сидите один. Слушай, посидеть нельзя? Почему? Можно посидеть. Ну, как живешь? Хорошо. Вы-то как? Чё ты стоишь? Садись. О, в магазине отхватил. Карп. Мировая закуска. А что, Петр Семенович, может, сообразим, а? Чего сообразим? Ну, это... Ну, вспомнили бы Кубу. Вообще. Да, замечательная была поездка. Ну? А что, может, действительно сообразим? Конечно! Гавана. Хорош ты в сомбреро. Ну,
Это в отеле? Там. Не пугаются дети твоего подарка с Кубы? Ничего, привыкли. А вот Лиска до сих пор вздрагивает, пугается. Не гони, не гони, Костя. А я не гоню. Так полагается, Петр Семенович. Догоночку. Ну, если в догоночку. Петр Семенович. Ну? Да брось его переживать. Что ты понимаешь, Костя? Я ничего, я серый. А серый, ну какой спрос? Никакого. Но вот по серости по своей я понимаю. Самое страшное – это помереть. А пока живой, ну что там носом-то в пыли и лозить? Вот так. Умные вы все стали. Не скрою, поумнели. А слова-то ваши, не мои. Помните, когда я 8-ю модель запорол? Помните, нет? Хитер. Тебе палец в рот не клади. Правильно, класть не надо. А вообще-то, Петр Семенович, ерунда все. Ну что, ты ангел, что ли? То есть вы? Можете на меня сердиться. Хотя не советую. Правильно, напрасно вас понесли. Не без этого. А если честно, ангел ты, что ли? Да нет, не ангел. Это что такое? Ну-ка быстро отсюда! Смешно еще им. Алло. Лена? Лена, мне никто не звонил? Да нет, ничего. Ничего. Вкусно пахнет как, а? Вы попробуйте. Пальчики оближьте. Пожалуйста. А все, она у меня. Ну ладно. Ой, господи. Мастерица. Ну что ты, я не знаю. Да вы садитесь. Садитесь, Федор Семенович. Садитесь. Да. А вы давайте, поели, поели, быстро спать. Побыстрее, побыстрее. Не путайся. Да. А вы угощаете. А вы с нами, Лиза? Да нет, я не могу. Мне еще бригаду мою укладывать. Да, проследи, чтобы все как всегда. Да ладно тебе, ой, а то я не знаю. Тихо, что такое? Ну-ка, быстро. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Ну? Слушай, может, хватит, Костя? Мы выпили-то всего ничего. Завтра выходной. У тебя выходной, да. А у меня, Костя, дорогой, выходных не бывает. Вот здесь вот. Идет работа без выходных и отпусков. Каждый день, каждый день. Ну, а разрядка-то нужна? Нужна. А я что говорю? Нужна. Мы вот сейчас боремся за разрядку в глобальном масштабе. А вы в такой малости нас не поддерживаете. Нехорошо, Петр Семенович. Ну и дипломат. Играй свою дудочку. Спой на песенке, а? Вот. Так, а здесь что происходит? Ты знаешь, что у меня дочь есть? Знаю, есть. Варька. Ни хрена ты не знаешь. Та вот Варька вот такая, а эта вот такая. Приехала на отца посмотреть. А я ей говорю, запишись на прием. Знаешь, Костя, как я любил. Такой свет был. Ты петь любишь? Ну, как сказать, так. Иногда по праздникам, в компании. Пап,
Папа! Извини, Петр Семенович. Спать, спать. А бобры гад страшные? Еще бы. Зубы огромные, метла большущая. А печка так и дымит. Лена, дай, пожалуйста, воды. Который час? Шестой. Спасибо. А напился зачем? Не надо. Что случилось, Лена? Между прочим, ты сейчас во сне звал какую-то Дину. Да? Да. Ты не думай, я не ревную, но все-таки интересно, кто она? Видишь ли, когда-то очень давно в моей жизни была одна женщина. А вчера подходит ко мне девушка и говорит, меня зовут Варя, я ваша дочь. И показывает мне фотографию матери, той самой женщины. Интересно, что же дальше? А дальше ничего. Она села в поезд и уехала. Что же ты думаешь теперь делать? Не знаю. Мы были с ней знакомы каких-то 2 месяца. После института меня направили в Дивноморск. Пробыл там какое-то время, потом вызвали в Москву заканчивать аспирантуру. Встретил тебя. Ты ее любил? Может быть. Не знаю. Скажи, девочка сама уехала или ты прогнал ее? Да. Что да? Сама уехала, не захотела остаться. Напрасно. Надо было пригласить ее домой. Глупо, если ты меня боялся. Пусть бы пожила у нас. И вообще. Петя, это ты? Да, я. Ну, как дела? Междугородняя, это, наверное, тебе. Подойди. Алло. Это я, Шамаев. А, здравствуй, Виктор. Здравствуй. Петь, я же тебя просил, будь умницей.
А ты? А что, что случилось? Это тебя надо спросить. Ну, что это за письмо опять с жалобой на тебя? Ну, что письмо, Виктор? Это слишком долгий разговор. Петь, тебе что, нужен скандал? Подожди, дай самому разобраться. Ну, смотри. Пока. Кто звонил, Петя? Шамаев. Шамаев. Ты чай пить будешь? Да, налей, пожалуйста. Петь, ты скоро? Остывает. Я сегодня уезжаю дня на три. Куда? В Дивноморск. Куда? В Дивноморск. Варя, ешь. Не хочу. Ешь. Разве ты не советовала мне поехать туда? Конечно, конечно. Ехать? Да нет, почему? Поезжай. Это твой долг, ты должен ехать. Зинаида Дмитриевна. Здравствуй. А ну-ка, подойди ко мне, ухажер. Разговор есть. Че? Куда Варя пропала? Здрасте. Здравствуй, Андрюша. Не знаю. Ну ладно, не притворяйся. Где она? Серьезно, не знаю. В Рассвет, может, поехала? К Иванихе. К этой, как их, бабке. Хорош кавалер. Что ж, ты ее даже не проводил? Почему? Проводил. Проводил, значит? Да, до самой избы довел. А, молодец, спасибо. Пожалуйста. А то, понимаешь, говорят, что бабка Иваниха вчера на базар приезжала. Да? И говорит, что никакой Ивани не видела. Что? Что? А ну давай, не ври и говори, где Варя. Не знаю. Ну, правда, не знаю. А сейчас куда идешь? Туда. А что? Ну, иди. Ну, я пошел. Ну что? Да и залгались совсем. Прекрасно знает, где Варька,
и притворяется. Добрый день. Добрый день. Приятного аппетита. Спасибо. Знаете? Ну, скажите, если родители один плохой, другой хороший, какой ребенок вырастает? Да ну тебе. Нет, правда. Скажем, отец бюрократ. Ну? Ну, а мать? Ну, ничего, хорошая. Ну, что ты болтаешь? Разве бюрократизм передается по наследству? А кто его знает? Может, передается. Ну, ладно, хватит. Наслушались. Вчера бабка Иваниха на базаре была. Тебе привет передавала. Что? Это называется влипла. Вот именно. Это так и называется. Я спрашиваю, где была? Где была, где была? Я жду, Варвара. Ничего плохого я не сделала. Ничего. Какая разница, где была? Снова ведь могу наврать. Сама говоришь, надо верить людям. Да ты, мать, пойми. Тебе и так предоставляется слишком большая свобода. Так что ж, тебя и спросить ни о чем нельзя. Да, слушаю. Это я, Зинаида Дмитриевна, Суханов, инкассатор. А, здравствуйте. Здравствуйте. С Лесником беда. А что с ним? Плохо он очень. Я его до сторожки довел и оставил. Так. С поклажей я. С какой поклажей еще? С деньгами. Кричи вам тут на весь свет. Иду мимо ольхова, распадка. Слышу, понимаешь, стонет кто-то. Гляжу, это Лесник лежит. Синий, понимаешь? Ну хорошо, сейчас выезжаю.
Ну чего? Я врач. К Алёхину камню. Человеку плохо. Это можно. С тобой, голубчик. Странно. Умер человек, и ничего в жизни не изменилось. Ты о чем, Зин? Да лесник сегодня умер. Молодой мужик. Да чего же жизнь коротка? Не надо, Зин. А что, длинная? Не успеешь оглянуться, она уже прошла. А что ты видел? Что понял? Был ли счастлив? Справедлив? Да не надо, Зин. Все тебя любят, ценят. Надо тебе замуж уходить. За меня. Обязательно? Обязательно. L'amore, poiché quello fiore al cuore, ogni
все. Теперь не послушаешь. И как не надоест. Ему это музыка. Хоп. Варь, да ты что, сломаешь? Я пошла. Подожди, Олег Николаевич обещал зайти. Председатель, пусть заходит. Ты ему нужна. Зато он мне не нужен. Варвара, не груби матери. Добрый вечер. Анна Дмитриевна, это вам. Спасибо. А это тебе. Копченая. Знаю, любишь. Вяленую. Стыдно каждый раз забывать. Очень стыдно. Совесть замучила. Варвара, ты встань рядом с Анной Дмитриевной. Зачем? Ну, очень прошу тебя, встань, а? Граждане, хотите казните, хотите милуйте. Ну, в общем, вы слушайте. Решили мы с Зинаидой Дмитриевной пожениться. Благословите. Анна Дмитриевна. А что, Анна Дмитриевна? Я посторонний человек. Ань, ты что? Ну, вы хотите спросить у меня совета? Ну, какой я могу вам дать совет? Живите и будьте счастливы. Восторга не ощущаю. А ты, Варвара? Ну, а мне-то что? Ну, скажу нет, послушайтесь. Ну, что в самом деле? Ну, я тебе вроде в отцы набиваюсь. А у меня есть отец. И мне другого не надо, Олег Николаевич. Мой отец жив. Вот он. Я ведь к нему ездила. А тебя обманула. Вам нравится? Мой отец. Откуда ты узнала? Ты что, не помнишь, этот огонек тебе тетя Аня показывала? Тебе тетя Аня сказала? Ну да. Она скажет. Нужно было потише шептаться. У меня уши есть. Правда, тетя Аня? А впрочем, что ж ты думала, я никогда не узнаю? А селедку свою заберите, товарищ председатель. Нашли чем задобрить. Варвара, прекрати. Погоди. А вы пока не родственник, не командуйте. А ты так не разговаривай. Я ведь строгий, знаешь. Слышала. Ну, а раз слышала, так и зови. Ваше превосходительство. Ваше превосходительство. Вы не кричите. Зинаида Дмитриевна, придется повременить. Проводи ходи калитки. Ваше превосходительство! Ой! А вы будете маме туфли надевать? И какао в постель носить? Само собой. Тогда благословляю. Thank you.
Варвара, как же тебе не стыдно? Вы о чем, тетя Аня? Разве ж можно так себя вести? Ты хоть бы мать пожалела. А я пожалела. Благословила их. Слушай, давай поговорим серьезно. Не надо, тетя Аня. Не обтесывайте. Я не бревно. Кому это нужно, чтобы я на все вашими глазами глядела? Про отца почему не говорили? Твердили, что он умер. Зачем? Ну зачем? Здравствуйте. Добрый день. Зина! Зина! С вами, Зинаида Дмитриевна. Ничего. Пойдем работать. Кого ждешь, а? Дяденька, ты кого ждешь? Тетю Зину. Зачем? Не знаю. Зинаида Дмитриевна. Зина, одну минутку.
узнаешь меня? Я понимаю, я виноват перед тобой. Вы ни в чем не виноваты. У нас же взрослая дочь, Зина. А Варя не ваша дочь. Неправда. Правда. Я знаю, она ездила к вам, но она ошиблась. Вы не ее отец. И не ходите за мной. Глупо как-то все получается. Подожди. Все уже спят. Подожди. Не надо, Андрей. Пока. Ты здесь большая уже. Мам, я так хочу, чтобы ты была счастливая. А я разве не счастливая? Я очень счастливая. Ты у меня есть. Здравствуй, Варя. Зачем вы приехали? За тобой. Я хочу, чтобы ты погостила у меня, пожила. Зачем? Я же твой отец. Я не хочу никуда ехать. Зачем вы приехали? Ты же моя дочь, Варя. Но мы же столько времени обходились друг без друга. Уезжайте. Хорошо, завтра я уеду, но мне хотелось бы поговорить с тобой. Ну о чем? Нам с вами не о чем говорить. Уходите, пока мама не вышла. Прощайте. Кто там, Варь? Андрей, что ли? Кто там? Отец. Как? Я ж ему все сказала, что ему надо. Не волнуйся, мама. Он ушел. Ты что, видела его? Да, видела. И прогнала? В общем, да. Почему мне не сказала? Ты понимаешь, вот это вот как-то не догадалась. Уж извини.
Ты его любила? Только правду скажи, любила? Да. Очень. Если ты его любила, значит, он был хороший. Не могла же ты любить подлеца. Он знал, что я родилась? Нет, не знал. Значит, он не виноват? Не виноват. Давай спать. Иди. Алло! 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 Лена! Лена, здравствуй, это я. Здравствуй. Ну, как ты там? Все хорошо. Устал очень. Ты не жалеешь, что поехал? Да нет, почему? Очень хорошо, что я съездил. Наоборот. Лена, у меня к тебе просьба. Если будет звонить Шамаев, передай, пусть моими делами не занимается. Я сам разберусь. Хорошо. Ну, ты знаешь, я многое передумал, многое понял. Вообще, ты умница. Я люблю тебя. Для этого ты звонишь мне среди ночи? Представь себе, да. Ну, ладно. Завтра я буду дома. Заеду на завод, а потом домой. Хорошо, буду ждать. Ну, все. Целую. Пока. Доброе утро. Здравствуй. А ты что тут делаешь? Вы не ругайте меня. За что? Ну, за все. Не забывай, что у тебя есть отец. Что вы за человек, не пойму. Человек как человек. Внимание. Не самый худший на этой земле. На пароход Агат.
следующий по маршруту Дивногорск-Анапа. Ну? Повторяю. Объявляется посадка пассажиров на пароход «Аган». Следующий по маршруту Дивногорск-Анапа. До свидания. Катя, зайди ко мне. Что, Петр Семенович? Где бумаги на подпись? А в правом, в левом ящике стола. Угу. А ты чего сидишь, не уходишь? Иди, провожай внука. Спасибо. А вы на обед не поедете? А я поработаю. Столько дел накопилось. Ступай, ступай. Хорошо. Москва вызывает, Шамаев на проводе. Да. Здравствуй, Петя. Здравствуй. Здорово. Ты куда пропал? Два дня тебе звоню, а тебя нет. Петь, я тебе по поводу статьи звоню. Значит так, все начинается образованно. Так что можешь не волноваться и спать спокойно. В конце концов,